Это просто. Больно. Вы не скоро. Ну, скажи еще что-нибудь. Ах ты! Нет! Нет, о боги! Хватит! И это все? Это только начало. Что? Наш участник готов к поединку. Посмотрим, справится ли он с Эрастом. Удачи. Не моргай, а то получишь. Еще один красавец, ты смотришь. Вот так, неплохо. Толпа ликует. Но это не все. То есть? Боги будут довольны, не так ли? Скоро начнется последний бой. Могучий Алексиос против нашего чемпиона Дариэя. Ну дела, подумать только, я стану другом олимпийского чемпиона. О, ты дерешься даже лучше меня. Хотя, если бы Сократ согласился на это... Алкивиад, ты в порядке? Я был с Демофаном и Калием. Они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Медеи испил. Медеи? Думаешь, отравили? Вы что, выпивали? Это же игры. Почему бы и нет? Мы были в Лянидайоне. Если тебя отравили, нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или... Нет, что ты. Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пиры в честь священного перемирия. Побудь с ним, я выясню, что случилось. Дай мне палец, и я откушу тебе всю руку.
Я разделаюсь с вами. Мир и без того хрупкий. Это действительно был яд, но Алкивиад не единственная жертва. Так и есть. Яд. Его добавили в еду и вино. Запах странный, но еда свежая. Список продуктов для праздника. И имя торговца. Схожу к этому Приаму. А теперь нам нужно поговорить. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Мне нужен не ты, а тот, кто тебе платит. Я с ним не встречался. Думал, что он хочет помешать им победить. Но потом увидел, что происходит, и понял, что это был яд. Я должен спасти друга, Алкивиада. Противоядие можно найти в крепости Кореб. Виновный поплатится. Иди и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Huh.
противоядие. Элла! Лишь бы не заметили. Oh!
Вот, противоядие. О, дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство, достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идем.
Если что, обращайся. Приходи еще. Кратион! Испытайте себя! Твой новый соперник Дерей. Он ведет свой род от самого Геракла. Я готов. Уже бился с олимпийскими чемпионами? Я много с кем сражался. У всех них были не только кулаки. Начинаем. Покончим с этим. Зазявся. Мы знаем, что вновь прибывший показал себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли он чемпиона Дориэя! Вернись! Да!
Я высосу мозг из твоих костей. Если хочешь жить, старайся лучше. Я высосу мозг из твоих костей. Дальше ты не протянешь. Удача изменила тебя. Просто умри. Дальше. Победа! Да! Боги были снисходительны к ним, к нашим атлетам! Но победитель будет лишь один. Спарта! Твоей будет вечная слава!
Давай. На! На! Элла! Вперед! Ну что, поехали!
Кайре, я могу чем-нибудь помочь? Ты, любимый сын Зевса и Геры, величайший человек из когда-либо живших. Я пересекал море и возвращался сотни раз. Такая мелочь мне не помешает. Ну, конечно. И ты внес в мою жизнь ясность, о которой я не могла и мечтать. Ну как? Одержав победу на играх, ты помог мне понять, что я должна была поклоняться не Посейдону, а Зевсу. Что теперь? До твоей победы я возвела святилище в честь Посейдона. Я хочу разрушить его, но мои подношения привлекают туда диких зверей. Кажется, ты хочешь убить этих зверей. Да, они все должны умереть. Боги к тебе благосклонны, я уже все сделал. Отличная работа. Вот, возьми. Рад помочь. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Thank you.
Ха.